Здравствуй, моя злая Барат. Нравится. Ну вот, кажется, я куда-то прихуярил наконец-то, перемочив 60 где-то противников за последнее время и 40 еще до этого на чекпоинте. Это пока что глава самая заебательская, которая меня заебала больше всех. К слову говоря, ни одна предыдущая глава меня вообще практически не заебала, а это заебала охуенно как. Сначала нужно было хуярить куда-то, блоки потом продавать, кидать туда-сюда, а потом вынести просто дохуя народищу. И куда ты уехал, бля, говнюк тупой? Джо, бля. Ебать, теперь нужно этот хот-рот продать. В доках. Я подозреваю, что доки хуй знает где. Ща проверим это нахуй. Машинка крайне оригинальная. Это стоит признать. Ебать, надо хуярить ровно на другой конец города, но не по диагонали. Ебать, моща, а? Ебать, нахуй, пиздец просто. Вот это ебать. Ебать, вот это ракета, нахуй. 80 миль в час. 100 миль в час, сука, главное не въебать ща куда-нибудь. Я делаю 100 миль в час, ебать. Вот тут нужно повернуть, ебать. А можно не поворачивать нахуй. Ну вот я практически подъехал к концу, бля. Надеюсь, этой миссии. Тут я уже жажду, чтобы она кончилась. До этого я думал, неужели это конец? Скорее всего, это не конец, но оказывался конец. Тут же я уже думаю, быстрее бы, бля, конец. Ебать, какая хуйня. Ну вот, я прибываю к месту назначения, собственно говоря, практически. Давай-давай, еще чуть-чуть. Где-то тут. Вопрос только где? Куда бежать? Куда ломиться? Где тут вход? Где выход? Ага, во, дверь золотая, она светится, значит, надо входить сюда. Симпатяшно. Ну вот, видимо, и все, надо отправляться домой, чтобы немножко подрыхнуть. Пианист ебучий, дайте сломаю пальцы. Здорово, шеф. Дай-ка я к тебе приду. Чё я делаю? Я тебя хочу въебать нахуй. Не получилось. Руки скованы какой-то тяжестью, не дающей мне ничего сделать. Потыркаемся. Туалет. Бачок можно смыть? Можно. Пиздата. Зачет. Ну все, баньки, баньки, баньки. Сейчас мне будет сниться, как я буду проходить 9-ю главу.